Неспокойной остается ситуация в зоне АТО на Донецком направлении, в частности в районе Авдеевской промзоны. Как сообщили в штабе, накануне с вечера и до полуночи боевики обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вооруженные провокации зафиксированы в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцева. На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов террористы вели огонь по Водяному и Широкино. На Луганском направлении крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие использовали неподалеку станицы Луганской. За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз обстреливали украинские позиции. Учитывая прямую угрозу жизни наших военных, силы АТО 4 раза открывали ответный огонь. Потерь среди украинских защитников нет.